Рев мотора, бешеная скорость и нешуточная борьба. И вовсе не важно, что болиды масштабом 1:8, а за рулем нет пилота. Автомодельный спорт не менее серьезный, чем настоящие большие гонки. Здесь все как у взрослых. Пит-стопы, стоимость содержания и скорости. Машинка способна развить до 120 км в час за 3 секунды. В Беларуси автомодельный спорт ведет свою историю с 1957 года. Наша столица не раз принимала чемпионаты Европы, а Бобруйск – соревнования республиканского уровня. Бобруйчанин Виталий Гудков – спортсмен высшего уровня. Детская страсть парня к скорости переросла в хобби, а хобби – в профессиональный спорт. За 16 лет увлечения количество соревнований и турниров перевалило за десятки. А прошлым летом на чемпионате республики молодой человек получил звание мастера спорта. Но несмотря на это, Виталий продолжает активно участвовать в различных соревнованиях и с радостью делится своими знаниями и навыками с другими. Спортсмен возглавляет объединение по интересам в Центре дополнительного образования. Детей набираем, в принципе, от, наверное, 8 лет до 32. То есть занимаются старый, млад. То есть, но вообще средний возраст, который подходит для детей, это, наверное, от 12 лет до 18. Когда ребятам интересно, они стараются, хотят изготовить свою же модель, ну и участвуют, принимать участие в соревнованиях. Основные качества автомоделистов – терпение, концентрация, внимание и такт. Все то, что присутствует и у больших гонщиков. А сами мини-болиды по-взрослому делятся на классы. Регламент меняется с появлением новых технологий. На трассе тоже все по-серьезному. От того, как сработает команда, механик, водитель и маршал, зависит исход заезда. А за таран могут снять с дистанции. Здесь нет места дилетантам. Автомодельный спорт – выбор тех, кто не боится принять вызов, уважает соперников и любит адреналин. Анастасия Шевцова, Максим Галионко, Бобруйск 360.